В 2016 году десногорские поисковики и ветераны Великой Отечественной войны обратились к депутату Смоленской областной думы Михаилу Лосенко с предложением сделать у подножия кургана музей под открытым небом, для того, чтобы на этой площадке разместить реставрированные объекты боевой славы. Архитекторы «Атомэнергостройпроект» разработали проект. В нем представлена схема расположения музейных экспонатов. Предполагается реконструкция окопа полевой траншеи с расположением бетонных дотов, устройство надолбов, бордюрного камня, ремонт лестничных маршей. Новой пешеходной дорожкой будет обозначен маршрут осмотра музея. Из военной техники предлагается разместить исторический памятник, полную копию самолета-штурмовика Ил-2. Его энтузиасты восстанавливают из обломков 4 самолетов, поднятых поисковиками в Калужской области. Есть место под установку гаубицы и миномета. Разработано специальное освещение в ночное время. 1 марта в администрации Десногорска прошло заседание градостроительного совета, на котором специалисты рассмотрели проект архитекторов. Много поступило дополнительных предложений, которые призваны не только улучшить архитектурный ансамбль мемориала, но и уберечь его от вандализма. Предварительно завершить создание на кургане славы музея под открытым небом планируется к 75-й годовщине Великой Победы в мае 2020 года.